батарейка здесь стоит. А, да, кстати, бля, вот это хуй, бля, такой звук. Бля, мне казалось, что турецкий на базе он лучше был, по-моему, бля. А чё, ебать, они, в принципе, инструменты нормально звучат и стоят хуйню. Причем, да, она бюджетная, блядь, можно вообще рублей за 15 себе взять. Я давай, короче, давай эти три сыграем, которые с самого начала, да? Ушел от вас. Типа Андрюха, бля, этот металлист, короче, волосатый. Бля, я трещал так пиздец. Да, такой он, бля, умеет нормальное слово такое, прикол сказать. Да, а слушай, неожиданный а такой, бля. Чего это, кстати, не поехал, металлюха, правда? А он это, у него, кстати, батя живет в Германии, но он сказал, у него сейчас денег нет, потому что он в октябре к нему ездил и говорит, потратил 40 тысяч. Ну он там типа по полной хуярил там все, бля. Там же вроде это, дешевле, чем у нас, да? Да, он на самом деле, он-то вообще у нас не постоянно играет. Он сказал, я вам тебе подружку помогу. Он говорит, я не буду панк-рок принципиально играть. И все, что с ним связано. Он же, бля, металлист. Тривиум, хуивиум, бля. Он же металлист. Он реально сказал, бля, я не буду играть, бля, принципиально. Так когда реально играем, его чуть ли не тошнит, да, вопрос советует. Он еще чувака приводил, короче. Чувак по металлу привез. Ну да, да. Причем охуенно, бля. Не знаю, я все, и металл, и панк. Такая же хуйня. Я думаю, надо разнообразить это все должно быть разнообразить. Ладно, давай вот эту, короче, попсовую, когда-то раньше с нее. А, попсовую. Да, ну а хуй, как ее назвать? Куплет припев, да. Да. We'll be right back.
нужен Lamborghini. Круто, круто. Нормально. Жарковато у вас, а так нормально. Нормально. А что вы там второй-то играли? Это, по-моему, блядь. Сытый. Сытый. Андрюху ёб сытый. А чё, говорит, жирный? А чё жирный с вами не поедет? Бля. Ну да, я думаю, а чё жирный? Я вообще думал, он тупик, короче. Он типа будет в Германии. Про жирного подумал. Мы, блядь, странно, вроде пиво пили. Жирный тупит, бля. Жирный не вывез, блядь, за базар, бля. Ладно, погнали, давай, это сытого. Сытого ебанём. Прям чувствуется, ну как просто увереннее, бля. Ты же не знал, бля, первый же вроде более... А так-то да, короче, надо, да, по чуть-чуть тем брать, ну, так, да, по 4, да. И... Получается, сколько, 10 тем, да, играем? А, ну да. Или поменьше. Ну если чего 8, то лучше 10, а лучше вообще 12. Ой, бля. Я думаю, слушай, такими темпами мы, блядь, 12 сыграем 100%. Ну надо 2, бля, минимум 2 раза в неделю репать. Понимаешь, раз в неделю, принципе, это хуйня. Тут остался-то месяц, блядь, даже меньше. В принципе, я могу это все дома поснимать, хули там. Вот, просто собираться. Да, бы есть, ёпта. Да я так поснимаю. Ну, если это крайняк, ты Потапа можно. Ладно, слушай, это как его. Давай эту, не плевать на нас, которая вот это тоже не быстрая. Труч. Покажи еще раз. Нормально. I'm gonna go.
чувствуется там больше уверенности. Да. Прям гитара такой звук уже зловит. Даже свеча. Там соля прям заебашил в тему. Нормально. Нормально. Так, а что там? На самом деле я как бы менять-то не хочу, просто придется на семиструнку и с моей доплатой еще. Просто 37 рублей отдать, я хуй знает, за гитару. Блядь, ну да, да, я тебя понимаю, я сам мне с уставом. Я бы эту оставил бы и семиструнку взял бы тоже, чтоб две. Это знаешь, наверное, как можно сравнить то, что я хочу, короче, ударную установку с двумя бас-бочками, знаешь, как это? У, короче, металлистов, чтоб, короче, был не кардан, а на каждую бас-бочку отдельно это. Наверное, с этим можно сравнить. Бля, ну она тоже дохуя стоит, хочется, а, блядь, это фишка в том, что либо свою старую отдать, но с доплатой взять такую, либо... А старую тоже жалко. И эту жалко. Во-первых, привык, а во-вторых, как бы она... Ну, у нее звук-то, блядь, пиздатый звук извлечения, блядь. Слушай, какой там этот... А, отказ от строя, блядь. Который вот этот... С двух нот. Я угадаю эту мелодию с двух нот, блядь. Угадывай. Пизап, чтобы ты как тогда на концерте орал, типа, ой, ой. Какой же микрофон? Я думаю, там поставят микрофон. Немецкие. Немецкие, да. Да нет, там сказали, там вообще охуенный спот, и там, короче, звук пиздатый, это серьезно, типа, тема, ну, как он мне объяснил. О нем, кстати, дохуя кто знает из вот российских чуваков, которые там по Европе гоняют, говорят, это там охуенное место. Типа какой-то, короче, блядь, House Project, блядь, называется. Абстхэм, знаешь, чем типа ты там что такое? Абстхэм или Абстенд какой-то, блядь. Нет. Где-то в Берлине, блядь. Типа, там, блядь. Ну типа, короче. Абстенд. Абстхэм какой-то. Я чем могу сейчас сказать? Абстхэм. Ты, короче, пиши песни, в котором порядке в этом. А у меня уже записаны эти сцены. Чтоб ты, знаешь, не было, что эту тему первую так, а потом бах, я же последовательность запоминаю. Я понял. Ну вот этому, короче, так вот и... А то как, блядь, труч будет. Все, играем это, Малью. Говорю, блядь, мы его не сделали, все, играем, похуй. Слушай, а ты трус в Tomorrow, ты знаешь, там три ноты это... Ты Флойда, что ли? Да, они изначально это... Я, короче, знаешь, как хотел? Сначала медленно, а потом, типа, быстрить, короче. Да, да.
Да, давай попробуем, типа. Короче, с быстро, потом тоже сразу на медленно, типа, играем быстро, потом резко там. А вот я не знаю, где лучше. Давай, короче, когда вот я припев спою просто. Я на самом деле там еще только первый куплет пел, я второй не знаю. Это вся песня так? Давай сделаем, да. Давай сделаем просто на первый, короче, медленный, потом быстрый один куплет, припев, и опять на медленный, и хорош, нахуй, второй куплет. Нахуй, не надо. Быстро, да? Как гвалт. А, да. Слушай, мы еще, знаешь, хотели сыграть «Новую Россию» порноавтоматы, знаешь? Порноавтоматы, ой, блядь. Да нахуй надо эти каверы, бля, Матрович опять хочет, короче, пилот, блядь, давай, король и шут, эй, поснимаем. Бля, ну... Я говорю, чуваки, ну нахуй надо эти каверы. Король и шут, ты типа... Я говорю, что у вас мозги мысли крутились, блядь, надо свою играть. Они скорее высохли от наркоты, ебать. Нахуй, да, скорее, блядь. Точняк, блядь. Я говорю, нахуй надо свои играть, что там, блядь, каверовать? Это же тоталитаризм сковировали, нахуй. Ладно, давай попробуем к этому. Трусов тумором, короче, давай попробуем и все, просто чисто, блядь. Ну так, давай. Давай. Смотри, короче. Очень медленно, начнем, как она в оригинале, типа. Yeah.
вот у него, кстати, так прям короткий там сыграть. Да, вместе так. Там одно и то же, блядь. Нет, понятно. Ты, кстати, второй раз, когда играли после быстрого, ты как раз сыграл правильно. Сначала же там одна струна, вот эта нота. Да, надо типа... сперва потянуть, да, и сразу переходить. Ну да, вот так, в принципе, нормально сделать. Я так понял, она в программу входит теперь, да, блядь? Да, давай ее. А чё, она простая, ее все любят как бы. Давай, падет юскам, короче. Прям все вместе давай начнем, короче. Я обосрался, правда. Нормально. Побочный эффект пойдет. Единственная песня, короче, с кавером, где я одет, блядь, полностью, по-моему, знаю, из англоязычного. Чё, пожди. Чё, надо сейчас еще ебануть вот эти четыре темы. Мы будем, вот, кстати, смотри, с Exploited уже 6 получается. Ну да. 4, с Хам и насекомый Exploited играл. Чё, можно прикольнуться, один куплет, припев и намедленно в Exploited. Ну да. Всё. Вот уже 6. Время, 6 тем убралось. Бля, мне трубка пизда сдохла. Да чё уже, вот, блядь. Чё, блядь. Купи себе симку уже, блядь. Звонить можно было. Ты слышишь? Мне этот отдал сим-карту, с которого я, короче, звонил. Раз ебанем сейчас. О, блядь, я еще и снова.